Салют, ребята, с вами Злата. Эти видео я всегда очень жду. А судя по количеству просмотров, вы тоже их ждете. Юра, давай отсюда! Поэтому сегодня мы повторим вновь фотоблогеров. Сегодня я повторю фото трех блогеров. Но сперва мы поиграем с вами в интересную игру. Я считаю до 10, а ты в этот момент должен сделать три вещи. Поставить палец вверх, нажать на колокольчик и написать в комментарии свое имя. Злата. Раз, два, три. 10. Кто успел, кому воздушный поцелуй. Ну, а мы начнем. Это Катя. Сегодня она будет мне помогать. Первое фото Саша Спирбек. Крутая фотка, но я уже столько повторила, что для меня это легкотня. Скажите, круто? Тогда ставь лайк. Думаете, все так просто? Как бы не так. Пришло время фото номер два. Встречайте, Энни Мэй. Эта фотка посложнее. Во-первых, она сделана на улице. А во-вторых, в Москве. Но я нашла похожее здание в Красноярске. Погнали на улицу. Это органный зал. Опа! Только не пугайтесь, там никаких органов нет. Ты чё, зуба зажёл, что ли? Зато есть орган. Большое-большое пианино с трубами. Матусон. Так, давай. Смотрите, как он круто выглядит. Смотри, там цветочек. А нам нужен не орган, а здание. Надеваем шляпку. Похоже? Надеюсь, что да. Самое интересное я оставила напоследок. Итак, фото номер три. Катя Клэп. Да уж, это задачка. Мне срочно нужны розовые волосы. Супер! Остались только медведи. Круто вышло. Очень старалась для вас. Как думаете, у кого получилось лучше? Если мои фото, пиши в комментариях один. Если фото блогеров, пиши два. На сегодня все. Если понравилось, ставь лайк, я буду рада. Но если ты еще не подписан на мой канал, скорее подписывайся. Да-да, ты.
и колокольчик жми. Тогда я напишу тебе, когда выйдет новое видео. Ну а пока, всем пока!